Настоящий боевик развернулся в городе Павлово. Мужчина захватил в заложники семью и угрожал подорвать гранаты. Прибывшие на место оперативники рискнули и пошли на переговоры. Задача, в принципе, выполнена. Было своевременно эвакуировано жителей. Я уже сказал, что не пострадал и гражданский, не пострадали, и личный состав. Ну, естественно, этот поступок, он является примером для сотрудников, в первую очередь, молодых полицейских. Поэтому хорошо, что легкое ранение и скоро будет в строю. Он нам нужен на службе. Полковник полиции Александр Бережной получил огнестрельное ранение при ведении переговоров. Опасный рецидивист отпустил заложников, но сам отказался сдаться живым и открыл огонь по полицейским. Пациент поступил сегодня. При поступлении оказана медицинская помощь в полном объеме. Пациент на сегодняшний момент стабилен. Работа ведется в тесном взаимодействии с коллегами Министерства обороны военного госпиталя и Нижегородской медицинской академии. Сквозное ранение левого бедра, в состоянии средней степени тяжести, пациент стабилен, находится в условиях палат хирургического отделения. Врачи уверяют, полицейскому очень повезло, ведь ранение не задело жизненно важные органы. Преступник в ходе операции получил ранение, несовместимое с жизнью. Ну, может быть, больше надеялись на какой-то мирный исход всей этой процедуры, но определенные обстоятельства от нас независящие, они немножко вот вмешались, так сказать, в ход событий, и случилось то, что случилось. Пришлось как-то более кардинально принимать решение. Кстати, в квартире у преступника нашли целый склад оружия, в том числе несколько гранат.